ВКонтакте написано 10. А почему тут ВКонтакте? Что это у него здесь вот такое? Не забывайся. А нет, вот тут темненькое что-то. Шерсть? Это темное. Кусочек темной шерсти. Да. Кусочек темный. Тут, в принципе, у него и кожа темная в этом месте. Кусочек темной шерсти. Темная шерсть и темная кожа. Хотя так-то она у него розовая. И кот тут. Ну, ставим. Ну да, он такой, немного тихонечко. Ну, хочешь посмотреть, да, иди здесь, смотрите. Иди, иди, посмотрите. Иди, только тихонько не свались там. Это чтобы кота не захлопнуло у нас тут. Ой. Поэтому я подставляю его сюда. Да. Сливается так. Серенький. Что за муж маленький? Да, он такой старенький мой. Нифига, мой. Моя хомяка. Привет. Привет. Не-не-не, гулять надо с маленьким. Давай вкусненькое что-нибудь дадим. Не бананчик. Какой-то худой, что-то не толстый, надо его покормить скорее. Он его день, полдня не кормишь, он уже похудел. Надо его срочно, срочно надо покормить, чтобы была жирность приятная. А то он прямо берешь, как-то у них не толсто. Как-то худенько, как-то кусенько в руке. Руки как-то не жирненько. Ничего нет. Он в меня пытается вковырнуть. Пополз ко мне. Заплечу заползти. Где хомяк? И заполз. Ой. Что такое за хомячишка? Что такой маленький? Ты что, худой? Ты не толстый даже? Не жирненький даже немножечко. Немножечко плоский такой. Плоскохомячий. Ой. Где он там? Он на меня заползает. Смотри, хомяк. Он на меня ползает активно. Не дает. Убежаю. Надо его уже обратно положить. Видишь, тут мало места. Тут места мало. Это узкий диван. Ты там, ой. Где там хомячишка? Ну все, этого ежика надо положить. Дайте ему что-нибудь вкусное. Где там хомяки? Где хомяки? Чем человек вырывается? Ну, он же